Экс-директор службы национальной безопасности, лидер партии Отечества Артур Ванецян был вызван в Главное военное следственное управление Следственного комитета Армении. Информацию об этом «Спутник Армения» подтвердил адвокат Ванецяна Лусине Саакян, передает канал 13. По словам Саакян, в рамках подготовки материалов бывший глава спецслужбы дал объяснение следователям об обстоятельствах предполагаемого дезертирства в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. В адрес Ванецяна после войны звучали обвинения в том, что возглавляемый им отряд партии во время боевых действий в Нагорном Карабахе оставил веренные ему позиции на подступах к городу Шуша. По информации армянских СМИ, Ванецян еще в ноябре заявил в этой связи, что он со своим отрядом находились на самых тяжелых позициях. По его словам, 8 ноября, когда уже было все ясно, что боевые действия закончены и ничего не оставалось делать, он всем отрядом вернулся в Армению. Sakladı mı?